200 талантливых мальчишек и девчонок в одном месте, но только лучшие будут достойны гордого звания финалист 11-го открытого конкурса «Созвездие талантов». В этом году проект по традиции проходит в Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова. Талантливые ребята с особенностями здоровья соревнуются в нескольких номинациях: вокальное исполнение, музыкально-исполнительское искусство, танцевальное искусство, жестовое пение, оригинальный жанр, художественное чтение, взрослый и ребенок, дизайн и изготовление одежды. Это творческое состязание «Созвездие талантов» из года в год помогает мальчишкам и девчонкам обрести уверенность в своих силах и получить бесценный опыт выступления на большой сцене. Айдар, расскажи про свой номер. На конкурсе я исполнил песню Олега Газманова «Вперед, Россия». Этой песней я выразил любовь к своей родине. Расскажи, почему тебе нравится участвовать в конкурсах и почему ты это делаешь? Я очень люблю выступать на сцене, и этот конкурс для меня – это что-то особенное. Организатором конкурса является Совет матерей «Материнское сердце», а наш детско-юношеский телеканал «Тамыр» оказывает информационную поддержку. Совсем скоро полную версию всего происходящего вы сможете увидеть в эфире главного телеканала республики. Ну а пока давайте познакомимся с некоторыми победителями. За что ты получил первое место? Я получил первое место за то, что выиграл в номинации «Музыкально-исполнительское искусство», играя на домре. 6 лет занимаясь на домре. Выбрал произведение «Маленькая ронда». «Маленькая ронда», как говорила моя наставница, это представление о прыгающем мальчике. Расскажи об этом конкурсе. Почему ты решил в нем участвовать? Ну, конкурс «Созвездие талантов». Мне этот конкурс посоветовал мой классный руководитель школы Елена Анатольевна. Участвую я, потому что могу, потому что я человек с ограниченными возможностями здоровья. На церемонии награждения присутствуют видные деятели искусства, культуры и даже депутаты. Все для того, чтобы ребята замотивировались и не боялись ставить в жизни высокие планки. Кстати, некоторые самые яркие участники конкурса стали героями цикла программ «Преград нет». Великая сила искусства творит чудеса. Каждый из присутствующих силен духом и уже готов стать прекрасным примером для многих, вне зависимости от победы. Вероника Сайгина, Руслан Бикбаев, специально для «Горы новостей».